Здорово. Окей. Что ж, мы продолжаем прохождение Condemned 2, Bloodshot, и тут в конце предыдущей миссии мы летали, да, наши крылышки устали, и пилот наш тоже устал. В общем, мы разбились в каких-то, хотел сказать, горах, нет, в каком-то лесу. Вообще, мы направлялись в сторожку на Черном озере, так как грязь из-под подошвы, если я правильно понял Ван Хорна, если я правильно помню, содержит экскременты каких-то там животных, которые обитают только здесь, больше нигде. Вот. Мне казалось, что было светлее, нет? Ладно. Да, почему? Какая-то муть происходит с... не знаю, кто это, глава ЦРУ или кто это. Хрен вообще, пробей. И плюс его подчиненный какой-то тоже мутный чувак. Непонятно, почему мы отправились сюда в одну харю. Смотри, следы остаются. Black Lake. В общем, станция там, а там лоджи какая-то. Какой-то лодж. Но проход туда закрыт. Какое-то животное тут орёт. Ну, естественно. Кого тут явно съели? То это рука. Какого февраля? Но там так хочешь, что 3 февраля есть. Или 4 это. Двадцать четвертого вроде бы февраля. Я точно не уверен.
Приблизительное время для убийства. Тут нет правильного времени. Ну, где-то 12 минут. А, господи, это я туплю. Я говорю, нету правильного времени. Мало. Да, это 3 часа. Что-то я на другие стрелки смотрю вообще. Блин, неправильно дату отдать. Ну, явно кого-то съели. И, в принципе, по обилию крови, по откушенной руке, под надгрызанной руке, можно сделать заключение, что, тем более, смотрите, здесь как будто, когти вот на руке, да, находятся. Ну, чем-то прорезали прям руку. Можно сделать заключение, что его убило какое-то животное, большое животное. Я знаю, что ты работаешь. Формальдегида. Концентрацию. Не треснешь. Ну, я думаю, вы понимаете, кто это. Так тогда почему снег нельзя пожрать? Dehydration with all this snow? Dehydration can also be caused by disease, kidney failure, dysentery, hydrophobia. By the way, Ethan, hydrophobia is the later stages of rabies. So watch yourself.
Я думал, по льду надо помедленнее идти. Ну, понятно, кто там уже. Да и до этого было понятно, кто это мог быть. Постоянно кто-то заходил. Помимо меня. А вот, кстати, и рука. Определите личность жертвы. Мужчина, очевидно. CPU. А кто? Ну вот вроде бы он, потому что Айант. Один момент, я кошку выпущу. Окей. Ну, кто-то явно ходит подо мной. Тут все очевидно, я думаю. Да, зачем мы сюда отправились? Наш герой предполагает, что что серийный убийца X, возможно, выжил. И в этом ему помог Ван Хорн. Интересная штуковина. Видимо, для вот этих целей, для освеживания.
Хорошо, закрыто. Так, понимаю. Я тут ни один незваный гость. Ёпте за ногу. Я хотел просто посмотреть, а не прыгать. Ну что ж. Немножко я в ступор спал, так как подумал, что обижать-то не вроде как некуда. Ну что там бежать у нас? Понимаю. Такс. Опа. А? Чувствую, надо будет бежать наверх, наверное. А может и нет? Почему нельзя спрятаться в холодильнике? Бред какой-то. Ну, предположу, что этот кусок металла — это тот самый кусок металла, который мы до этого тоже собирали в первой части. Блять, куда бежать-то? Блин. Не в ту сторону, окей.
Ну, у него слюнки, да? Так. Up to? I don't understand. This can't be a sanctioned SCU operation. But they're using an SCU frequency. Find Van Horn's library. But do it carefully and quickly. Так, окей. Почему-то медведь решил меня не доедать. Очень странно. А, потому что он еще жив. Видимо, был сытый. Вода за спиной. А, можно было вот так сделать, окей. I found the door to the library, but it seems to be rigged with some sort of device, possibly an explosive. Mm-hmm. Nothing is ever easy, is it? Can you give me more information? Detm 12X. Give me a minute to look up this number. Wow, a Detm 12X, Class A. High power detonator used to control multiple remote blast points. Real hardcore stuff. If you see a blinking LED, it means the detonator has been armed. And that's a problem. Ethan, you'll need to find and dispose of all the remote blast points before you can even breathe on that detonator. The system is linked together by pneumatic tubes filled with a gas that glows under UV lighting. This should make finding the blast points easier. Так, 6 штук надо, значит, да?
Да ёб тебя за ногу, Итан, вообще стрелять неудобно. Пока он не прибухнет, Итан, стрелять неудобно. Один идет сюда наверх, явно где-то там. Поэтому пойдемте сходим наверх. Даже два. Подождите-ка. Блин, а я что, не могу убрать ее, да? Нет? Ну ладно, винтовка, наверное, лучше будет. Вариант пока. Хотя, я думаю... Но он на 5 выстрелов, блин. Блин, сколько тут этажей? Господи. Честно, я уже походу заблудился. Бляха-муха, тут еще наверх есть. Ну то не сторожка, это какой-то отель. Я бы сказал. Сцена сохранения данных. Our city news van has been missing for 18 hours now. We're offering a reward for information leading to the return of our van and also our cameraman Ben Feist. Please notify the authorities immediately if you have any information regarding this unfortunate event. This is City News. Okay.
Еще выше. Угу. Я тут тебе аптечек не видел. А как мне забраться наверх? Окей. Бесшумно подтягивается. Немножко не получилось попасть в окно. Ты дурак, что ли? Полезли наверх опять. Так, сейчас попробуем попасть. Хорошо, послушали. А, окей, можно то вот так выбросить. Интересно. Осталось 5 штук. Помню, так в лагере лазил по балконам. Лагерь назывался Бузули. Он был зимой. Прикольно было. Можно было лыжи взять бесплатно и упереться куда-нибудь в сопки. Я не знаю, странный был лагерь, потому что за нами особо не следили. Ну, как бы, потому что особо-то никто и не гулял на улице. На улице было холодно, снег стоял. Но можно было свалить. И мы так уходили в сопки, катались на лыжах. Интересно. Сейчас, я думаю, так не отпускают, наверное. Thank you.
Погодите. А, ну это я как раз тут это. Хотя, так я не за этим бежал же, вроде бы, нет? Так, а теперь вопрос. Тут было вроде бы два, это провода. Интересно. Дрила. Почему не вижу тут проводов? О, почему, да? Пойдет так? Наверное, пойдет, окей. Так, ну мы две забрали отсюда, в принципе. Странно. Ладно, неважно. Два шнура мы забрали. Ну, вижу только один. А, один сюда идет. Один туда, окей. Можно, в принципе, возвращаться, я думаю, обратно. Не стоит возвращаться обратно. Что-то как-то странно. Блин, неужели я иду в обратную сторону? Да, походу. Да, все нормально.
Окей. Эти два мы забрали, и осталось у нас четыре. И они все идут куда-то сюда. Куда-то сюда, все идут вниз. Все видимости, да. Ну, один идет туда. Не знаю, как ее подбежать, ее по прямой выкинуть, наверное, лучше. Блин, не могу в голову попасть, не знаю. Господи, чё, почему на квадрат это перезарядил? Там что-то есть, кстати. А, это нет, это не то, наверное. Так, ну что ж, осталось три, и они все три идут вниз. Конечно, вот это вот не совсем не сюда, вниз они все идут. Отлично. Ну попробуем, что. Так, есть подвал. Что-то ведет их в подвал. Хотел спрятаться, что ли?
пиздюка. Да, аккуратнее стрелять. Что-то я даже не знаю там, куда выкидывать. Так, окей, сейв был, хорошо. Rosa, I'm sending you a picture. Can you decipher the meaning of the engravings? Я начинаю догадываться, походу. Так, куда мне кидать эту бомбу? Или куда-нибудь сюда, наверное, бахнуть. Потому что я, наверное, навряд ли в ту дырку попаду. Так, бочка гремит, как будто кто-то стреляет. Неплохо. Можно еще и выпить. Так, вот это вела сюда. Бля, медведь. И вот последнее. Когда мы будем кидать? Походу вот сюда будем кидать. Rosa, I'm back at the detonator and you're right. It's counting down. Okay, quickly describe it to me. There are a couple possible configurations. Две канистры. Два длинных, один короткий. Ск-
сколько? 16-кнопочная цифровая клавиатура. 16 же кнопок. Нет, я вру. 8. 16-кнопочная клавиатура. Три мигающих света. Мне надо было успеть или что? Я не понял, куда смотреть еще. Rosa, back at the detonator and you're right. It's counting down. Okay, quickly describe it to me. There are a couple possible configurations. Ну и что дальше? 12 вольтовый. Got it. Let's see. Что-то не, а где-то ошибся. Okay, shit. Rosa, the detonator's been deactivated. А, 120 вольт, не 220, я сказал, 120 вольт. Вот где была ошибка, ну ладно. Так, что ж, мы попали в библиотеку Ван Хорна. И что тут у нас? Чего интересного? Вот явно будет какая-то перестрелка. Поэтому давайте сейчас выпьем. Ну, шутинг в этой игре не очень, если честно. Конечно, на самом деле можно было прицелы просто поставить и не въебываться. Ну, нахрен он нужен. Rosa, Van Horn's computer is asking, what makes me special? It sounds like a password request. Какой пароль-то ввести? Hello, Ethan. My future is uncertain, and so I leave this message to you. I made a promise to your parents long ago, but under the circumstances, I must break that promise. Your life, the real truth, was never to be revealed, but times have changed, and I fear danger has come to you like it has come to me. When your parents defected from the Oro, they were hunted down and killed. Your identity remained a secret, and only I knew of your existence. But that is no longer the case. The Oro has reached new levels of power, and they suspect your potential and will, no doubt, see you as a threat. Now, I know foster homes were tough on you, but it was necessary to try and maintain anonymity. I hope you understand that I did my best. To complicate matters, my nephew, the person you know as SKX, just recently found hope in the Oro. Перевода-то нет? This was never my intention. In fact, I've spent the majority of my life opposing the Oro. They were responsible for the death of my wife and child so many years ago. This put my nephew and me at odds, resulting in the current state of my affairs. He will stop at nothing to become one of them. And this is why our paths are crossing once again. Be careful, Ethan. The Oro's power is intoxicating, crippling, and threatening.
Так, что делать-то? Да подними. Ты гонишь, что ли? Патронов-то нету. Ёб тебя за ночь. Ёб тебя, блядь, за ногу. Ой, ёб. Понятно, молодец. Снайпер от бога, да? Куда он убежал? Что тут делать-то, а? Ребята. Вы задолбали, ребятишки. Надо что-то делать явно. Надо было просто сваливать. Устроил шутинг какой-то. I'm afraid to step outside my lab. If they find out I've been helping you, I don't know what they'll do.
What about Farrell? Nobody knows where he is. He's just gone. Right now, Dorlan and his agents are acting as if nothing is out of the ordinary. And the commissioner is here, and he and Dorlan are acting like old college buddies. I mean, the city is crumbling all around us. Riots, fires, murders, and now this? What's going on? I'm sorry. I'm just worried something bad is about to happen. I'm sure there's an explanation for all this. Why is the commissioner there? Apparently they found him. Found who? SKX. Near the old bowling alley in Trenton. As wild as this may sound, SKX can help us. Speak to him. Ask him why all of this is happening. If he's got something to say, I'll get it out of him. Dorlan's men are there, and they're not letting anyone near the scene. Leave that to me, Rosa. I can get us in. How do I know you're not working with Dorlan right now? I've taken my last order from that asshole. Ethan, LaRue is the only other agent I trust right now. There's nobody else. No one. We're on our own. Окей. Немножко с... Мы где-то новости потеряли. Где-то мы просрали сюжет. Так, ботинки с остальными носками представляют вам доступ к комбо-ударам, удар носком и шипы для орехов. Чего? SKX in the bus. We need to act fast before they take him to SCU. I'll draw the two agents away while you sneak in. What about the guy inside? That's your call, but whatever you do, do it quietly. Okay. Where are we at on getting this transport out of here? We're just waiting for the okay. Apparently there's some sort of confusion on what to do with them. Sound like typical agency red tape. You got a smoke? Yeah, sure. There you go. Thanks. Heard there was a big ruckus up at Black Lake. Where did you hear that? А чё ты шею не сломал этим придурком? Ну да. Why did you kill your uncle? Это. He refused to cooperate. What about the mayor? Did you kill her for the same reason? Jesus! How's the finger? Miss it? Do you think of me when you go to scratch? I think of you every time I look in the mirror. Answer my question, you sick bastard. Or the fingers you left me will wrap around your neck. Answer! Such power. Oro? Of course the Oro! Why kill Van Horn and the mayor? Their body is possessed. The Oro's secret. It was necessary. The Oro, who are they? Where can I find them?
Mr. Thomas, we need to get out of here. Pronto! Да. Итан, в общем, как всегда. Кто нас вез-то, интересно? А что с тобой? Ты отдохнуть прилег? Так, Икс побежал. Где-то здесь есть этот. Я его не вижу. Кстати, пистолет с глушителем. О, это боулинг. Ой, хорош. Тебе. Да. SKX has escaped. What? I'll send help. Don't let SKX get away. Рычаг для настольного футбола. То есть, сука, блядь. Сюда иди, бля. Кис. Стоит бояться. Тебе что, плохо? Yeah.
Понимаю. Хорошо мне кеглей по башке дали. Да как так-то? Да ты чё, ребят? Остынь, братишка. Чё-то... Кого-то слышу. До свидания. Так, 5 выстрелов есть. Придется стрелять в упор, чтобы попасть. Слишком темновато тут. Так, и куда мне предлагают игра идти? Rosa, I found some sort of list. Hold on. One of Dorland's men just walked by. Okay, give me the details. Чё?
Соедините имена на карточке участников. Имя дяди. Ван Хорн. Но он... Имя мэра. Бля, я не помню. Директора. Феррел. Магика. Чего? Дорланд, наверное, а мэр это Марс. Почти угадал. А вот и голова. Эта голова, кстати, цинка для боулинга. Икс. Ну, это логично, это голова, кстати. Господи, да я понимаю, чья это голова. Это той бабы, которую мы нашли в музее. Рич Марс, да. Братишки, давайте вы не будете убегать от меня. Будь здоров. Почему с одного выстрела она не умерла, я не знаю. Recent months has given the feeling that a permanent state of Halloween already exists,
and the general public is scared enough as it is. Забавно. Ну, да, в принципе, и понятно. Так, один выстрел и один заряд шокера. Это плохо. Еще и в молоко. Ну хотя бы шокер. А куда вы мне предлагаете идти? Наверх? Кстати, сейчас со звуком. Куда ты уполз, а? Все, что-то еще надо спотать.
током бьет, кстати. Ты охренел? Где твоя железка? Что-то здесь какая-то дичь творилась. Я чуть потише сделаю. Извини, песик. Так, галюны. Как тебя сломать, чтобы потом забрать палку металлическую? Хрен его знает. Ну, на самом деле бутылку взять, да?
Мне надо что-то найти. Окей. Есть кухня, есть холодильник. Давайте в холодильник сначала сходим. Опа-на. А это у нас что? А, погодите, мы же... Знаете ли, что это боулинг похоже? Он похож на школу с первой части. Тут как раз мы убивали этого чувака с... Роза, come in. I've located Farrell. You did. Is he alright? What's his condition? А, он еще жив. Ты херово выглядишь, ты куда собрался? SKX is delusional and psychotic, just like his test subjects. Let's move cautiously. Нормально. Давайте залечим свои раны. Странно, что алкоголь не хиляет.
Пойдем, Фаррелл. Ты где? А, ты здесь? Окей. Блин, это можно на самом деле наверх поползти. Но я не уверен. Фаррелл, ты уверен, куда идти? А, ну по всей видимости. А. Окей, здесь просто хилка. Тут просто была хилка. Заблудился. Это действительно школа. А как мы по... А, мы же там вышли из боулинга, блин. Это школа из первой части. Понятно. Да ёпте. Disgusting creatures, wouldn't you agree, Mr. Thomas? The two-faced rat himself. You still haven't grasped the situation, have you? Farrell's your executioner. He's not worthy of your loyalty. Don't do this, Dorlan. He belongs with us. You're a fool if you don't see that. When did the SCU employ murderers? I take orders from the Oro, and so should he. Isn't that right? Get up. Finish the job. Kill him before he ruins everything. No! Do it. Remember who you are. I've risked everything. Find the voice.
this about? I thought you were on their side. Shut up! Think of this as a future investment. Yes. I look forward to cutting you open. Learn your little secret. But now's not the time. Ethan, something's happened. There's panic. Dorland's agents are gathering everyone up for questioning. They're looking for you. Rosa, listen to me. The Magic Man. I know that name. A real tricky son of a bitch. Hangs out at Svensson's Magic Theater. Have you heard of it? Yeah, I think so. Meet me there as soon as you can. And make sure you're not followed. Okay, I'm on my way. Я что-то запутался немножко в сюжете. Если честно. Рейтинг 3, 4, 4. Все, не убивайте охранников. Фотографируйте пыточные приспособления. Странно. Какие охранники, интересно. Выдает дополнительный сегмент к показателю здоровья. Отлично. А, золотой, кстати, уровень. Замечательно. Хорошо. Победите демона алкоголя. Ну, давайте на самом деле уже побеждать демона алкоголя будем непосредственно на следующем стриме. А на сегодня... Все, спасибо за внимание, увидимся, пока.